хочешь записать качественный трек или свести уже написанную песню, но ты не готов за это переплачивать, есть человек, который в этом поможет. Дмитрий Брутов, профессиональное сведение, запись и аранжировка. Готовый трек под твой индивидуальный стиль. Перейди по ссылке под этим видео и начни творить музыку уже сейчас. Все кончено, никто не должен знать печальную историю про Эдварда Хайда. Никто не должен знать трагедию, узрят они, но не намерения мои. Тень зла отбросил Хайд на все добро, что я хотел так сильно им нести. Достоин ли я? Тебя освобожу. Ждал ли ты, что сможешь убежать? Если так, я огорчу. Не сможешь ты уйти и не отвязаться от меня. Ты просто лик отражения, и я закрою глаза, и исчезнешь ты. Но я твой лик и твое отражение, я буду здесь, покуда ты жив. Ты — это просто дурной сон, предсмертный крик, с ним покончу, и в эту ночь прекратится дьявольский мой сон. Нет, это не сон, мой друг, и это не конец. Твой кошмар не делся никуда. Неважно, что считаешь ты, я продолжу жить после тебя. Близок конец твой, только лишь память моя будет знать, был ли ты вообще. Ты меня не удержишь, я так глубоко, что почувствуешь, как я копаюсь в душе. Ты мне не нужен, а я тебе, да, скоро стану единым, как было всегда. Последний твой вздох порадует меня. Я буду жить вечно в тебе. Нет! И сатана на моей стороне. Нет! Шакел и Хайд уверен в том, я не разделяться впредь уже никогда. Ты не понял? Пришла пора, и ты умрешь. Нет, не я, только ты. Раз я умру, и ты со мной. А я буду тобой. Чтоб ты, Хайд, оставь меня. Присмотрись, ты — это я. Нет, ты внутри. Эдвард Хайд, это ты, Эдвард Хайд. Нет, никогда. Навсегда. Будь ты проклят, Хайд, за свои злодеяния отправляйся в ад. Я буду ждать тебя там, Джекил.